Сегодня мы свяжем вот такой интересный цветочек. Сначала провязываем скользящую петлю. И затем внутрь скользящей петли провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3 и вяжем так все 15. Когда они будут связаны, затягиваем скользящую петлю, потянув за ее конец. И после этого соединяем первые и последние петли ряда с помощью соединительной петли. Приступаем к вязанию следующего ряда. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем делаем накид на крючок, пропускаем одну петлю в основании и в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. Затем вяжем 2 воздушные петли и снова столбик с одним накидом, пропустив одну петлю в основании, вдеваем крючок в следующую. И вяжем опять 2 воздушные петли. Далее узор повторяется. Вяжем так до конца ряда. Когда ряд довязан до конца, соединяем первую и последнюю петли ряда соединительной петлей. Если мы хотим перейти на вязание ниткой другого цвета, то тогда соединительную петлю необходимо провязывать уже ниткой другого цвета. Затем вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И над следующим столбиком в предыдущем ряду провязываем столбик без накида. Далее вяжем 1 воздушную петлю и поворачиваем работу вот так. И будем вязать дальше с изнаночной стороны работы. Теперь провязываем 5 столбиков с одним накидом под цепочку из воздушных петель. 1, 2. Три, четыре и 5. Снова переворачиваем работу на лицевую сторону. Делаем накид на крючок и будем вязать 5 столбиков с одним накидом под вот этот столбик, который у нас находится во втором ряду. Заводим крючок за него, захватываем ниточку и провязываем столбик с одним накидом.
И затем в ту же самую точку будем провязывать еще 4 таких же столбика с одним накидом. Теперь расправляем наш цветочек будущий и вдеваем крючок в петлю основания в вершине столбика с одним накидом и вяжем соединительную петлю. И вот первый лепесточек цветка готов. Точно так же вывязываем каждый следующий лепесточек. Вяжем 4 воздушные петли, столбик в вершину столбика в предыдущем ряду, одну воздушную петлю, затем переворачиваемся, вяжем 5 столбиков с одним накидом под арку из воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Затем снова переворачиваем цветочек на лицевую сторону, делаем накид и под столбик будем провязывать 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре и пять. И теперь расправляем цветочек и вяжем соединительную петлю вот в эту точку, там, где начинался наш листик. И теперь готовы уже 2 листика. Так мы продолжаем вязать до конца ряда. И вот такой цветочек у меня получился из более тонких ниток. Для первого и второго ряда я использовала нитку другого цвета.